Покупателей выставки прельщает то, что на ней представлена продукция именно отечественных производителей, и то, что товар можно приобрести непосредственно у них, без магазинных наценок. Ассортимент представлен самый разнообразный – мужская, женская и детская одежда, обувь для каждого члена семьи, аксессуары, посуда, стенд с ювелирными украшениями. Мы постарались подобрать наиболее интересную весенне-летнюю коллекцию от лучших российских производителей. На этой выставке представлены производители, которые зарекомендовали себя уже в нашем выставочном центре. И каждый человек, который может сюда прийти, может подобрать для себя качественный товар. Торговой маркой «Трувор» из Пскова представлена мужская одежда. Рубашки, галстуки, костюмы. Есть и клеточка, и полосочка практически любого цвета и различные фасоны. Это сезон весна-лето 2011 года. Акцент делается здесь на коллекцию только из натуральных тканей. Это хлопок, лен, шерсть тонкой выработки, то есть обязательно с кручением. То есть в народе это говорится, не мнется которая. И коллекция выпустила как в классическом варианте, так и в варианте бизнес-класса и в варианте casual, что особенно приветливо сейчас относится публика к этому варианту. Коллекция вся полностью демонстрировалась на двух показах моды. Это в Санкт-Петербурге, в Сочи и в Милане, и на всех трех показах она заняла гран-при. На выставке к такому уже долгожданному весеннему сезону покупатели могут выбрать пальто, плащи, куртки на любой вкус. Для любительниц изделий одежды из натуральных тканей свою продукцию привезла фирма «Анна и компания» из Обнинска Калужской области. Она представляет свои изделия на российском рынке уже много лет и достойно зарекомендовала себя. На этой выставке представляем новую нашу коллекцию, называется «Круизная коллекция». У нас от разработки, от дизайнерской вот рисуется и до воплощения, до последнего штампа. Все делаем мы сами. Наши дизайнеры являются дипломантами международных конкурсов. Ткани у нас используются натуральные: шелк, шерсть, хлопок, вискоза. Напоминаем, что выставка «Весенний подарок» будет проходить в муниципальном выставочном центре до 3 апреля включительно. Анна Анненкова, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».